Научиться чувствовать того человека, который находится рядом. Научиться чувствовать, возможно, если отключать чуть-чуть сознание. Смотрите на человека и концентрируйтесь на то, что вы чувствуете. И в этом случае чувство – это самый важный такой компонент. Чувствуйте, что вы видите, чувствуйте, что вы ощущаете, когда смотрите на человека, когда видите человека. Существуют определенные такие дыхания и мантрочки простейшие, которые могут помочь человеку очень быстро научиться или включить у себя интуицию. Это слог ИМИ, ИМ И, ТИМ И, А. На вдохе и выдохе можно делать. Показываю, как это делается. На вдохе, с вдоха начинается. Человек произносит им на вдохе. После этого и. Вот так. После этого тим и. Тим. И после этого на вдохе а. Таким образом ими, тими.